Здравствуйте, дорогие участники 24-го международного фестиваля исполнителей на русских народных инструментах «Поиграем». Начинаем фестивальное прослушивание. Номинация «Домра». Город Татарск, детская школа искусств «Радуга». Науменко Егор, преподаватель Махеева Галина Николаевна, концертмейстер Седогина Ирина Генриховна. Украинская народная песня «По дорозе жук», обработка Шутенко. Советская гавань, детская школа искусств номер 1, Лужецких Лия, преподаватель Савиных Ирина Владимировна, концертмейстер Василевская Ирина Геннадьевна, русская народная песня «Вдоль до поречки», обработка Давидович. Город Томск, детская школа искусств номер 3. Манухина Виктория, преподаватель Молокова Любовь Александровна, концертмейстер Полубодка Светлана Владимировна. Обработка Давидовича, русская народная песня «Вдоль до поречки».